Всем привет! Мне только что подбросили ссылочку, ну, то есть множество раз подбрасывали эту ссылочку по поводу видео. Мол, Андрей, посмотри и прокомментируй. Честно говоря, я был удивлен, насколько это действительно, то есть просто можно получить свободную энергию. Особо не нужно заморачиваться. Для этого нужна вода, соль и лампочка. На 220 вольт работает, горит. Вода, соль. Если это всю систему объединить, представьте, зимой можно отапливаться. Как это все работает? Я сейчас даже это проверю на практике, будет ли действительно это все работать. Самое важное. А ну, смотрим. О! Работает! Ничего себе! Вот смотрим. Вот, посмотрите. Я немножко сейчас буду проматывать. Соль берет. Видео непонятно зачем, очень долгое. Мы чуть-чуть скорость ему прибавим. Потому что очень утомительно наблюдать за этим всем. Даже при большой скорости оно все равно медленно. Вот так вот поставил лампочку. Смотрите, сейчас произойдет некое чудо. Смотрите. Я, если честно, удивлен и в шоке, как такое может быть. Смотрим. Так, еще подрезает. Это важно. Здесь важна каждая деталь, понимаете? Чем больше подрезок, тем надежнее работает эта вся система. Да, главное отодвинуть дальше, ближе, чтобы четко было видно, как это все будет работать. Самое важное, меня убивает больше всего, знаете, что черные ручки, дебильная музыка. Это просто счастье. Главное важно, чтобы в этих видео были черные ручки. Так, полчаса уже примеряется, подрезает. И тут важен каждый миллиметр, понимаете, да? Так, ну... Так, еще раз примеряю. Еще. Еще. Угу. Так. Да-да-да. Угу. Точно. Красава, просто фантастический мальчик. О, магнит. Смотрите, смотрите, магнит. Да, желательно, чтобы он над нулем. Угу. Соль. Так, 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 соли. Ложка. Что, так мало? О, водичка с чайника. Так, так, так. Булечки пошли. Ага. И сам... Работает! Свободная энергия! Свободная энергия! Вот это да! Свободная энергия! Капец! Как же эта вся система у него работает? Ой, свободная энергия. Блин, у него получилась свободная энергия. Ничего себе. Фу, надо еще раз пересмотреть. Так. Ой. О, с этого момента надо еще раз пересмотреть. Вот это да, у него свободная энергия. Ребята. Все, видите, он не зря столько настраивал. Это можно смотреть бесконечно. Какой шедевр. Ой. Так, ну что, давайте мы свое проверим. Получится ли у меня такое. Так, ну что, самое важное, а ну, смотрим. О! Работает! Ничего себе, фантастика! Работает! Ой, вытянул, тоже работает. А ну еще раз, фантастика! Вот это магия, магия! Вытянул, все равно. О,
Работает. Уже не работает. О, вот это да. А ну если я заберу магнит, будет работать? Вот интересно. Так. Забрали магнит. Ставим. Фантастика! Работает даже без магнита. А вот, ой, оно даже так работает. Только приближаясь к воде, магическая вода заряженная. А ну так. Работает, а! Магическая заряженная вода, вот это да. Только приближаясь к воде, она уже начинает работать. Вы заметили? Это фантастика. А ну, если мы возьмем другую лампочку, будет она работать? Смотрим. Ой, не работает. Может, магнит надо поставить? А ну-ка. Не работает. А это? Ой, а это работает. Ну, вот такое вот видео. Представляете? 49 тысяч под этим видео поставило лайки. То есть 49 тысяч в этот бред поверили. Понимаете? Они считают, что это вещь рабочая. Никто не подумал, что проблема не в воде, какую вы воду набираете. Вот можете посмотреть мое предыдущее видео. Я тоже делал разоблачение. Знаете, что мне там куча написало людей? Что я неук, неуч, физику, точнее химию не учил в школе. Что я в прошлый раз добавлял соду, а в этот раз я соль добавил. Мне надо было, мне сказали, если бы ты добавил соль, у тебя бы все работало. Видео можете перейти, просто обалденное видео. Куча людей написали, что я дебил, не разбираюсь в химии и физике. Оно работает. Это не то, что там мне некоторые будут писать. Нет, это на самом деле люди, они просто понимают, что это не работает. Ну, не просто понравилось видео. Нет, ребята. 49 тысяч. Они считают, что это вещи рабочие. Или несколько тысяч считают, что эта вещь работать не будет. 7 миллионов просмотров. Напишите свое мнение, что вы по этому поводу думаете. Как эта вся система работает. Как люди настолько отупели. Просто фантастика. Просто офигеть. Чем люди думают, я не понимаю. Такое вот видео на сегодня. Всем всего хорошего, счастья, удачи, процветания. Подписываемся на канал. Пишем свое мнение, комментарии. Счастья, удачи и процветания.